Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы познакомитесь с микрорайоном Перловка в городе Мытищи Московской области. Границами являются с юга Московская кольцевая автодорога, с северной части русла Яузы, микрорайон, что севернее реки, Тайнинская. Назван в честь крупного промышленника, основателя чайно-развесочной фабрики и династии русских предпринимателей Василия Перлова, который создал на этом месте в середине 19 века элитный дачный поселок. В середине 19 века Перловка принадлежала московскому предпринимателю, основателю фирмы В. Перлов и сыновья Василию Перлову. Его стараниями Перловка стала элитным дачным поселком, было построено около 80 дач. В 19-м, начале 20 века здесь рос сосновый бор. Большая часть территории района до сих пор находится в частном секторе. Вот вы сейчас и видите этот частный сектор, который отделяет некоторые зеленые зоны и Мытищи от Москвы. До настоящего времени сохранилось много частных деревянных домов в стиле модерн. В 1909 году Перловы продали поселок государству.